С Артурия сам, я надеюсь, будет попроще. Все-таки я с ним против него уже столько раз бился, что я достаточно хорошо знаю его движения все. Ну, сейчас увидим. Так, где там наша... Ха! Почему это она мертва? Потому что я убил Даск? Грипп Элизабет. Ну ладно. Пофиг. Так, где-то здесь у нас в Хьюменте лежала. Вот она, да? Давайте станем тут человеком. Может быть, кого-нибудь заинвейдить получится. Тоже экшен. Ну и можем продолжать. Так, 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 так. Мне надо вот сюда. Так, колечко мы сейчас поменяем на кольцо тумана. Как я вас и предупреждал, я не хочу тут никого убивать. Из мобов, из обычных, имеется в виду. Единственная только проблема будет в том, что как только мы... Если мы начнем кому-то инвейдить, нужно не забыть и стать... Поменять кольцо, короче говоря. Потому что иначе это будет неудобно. Как минимум. Так, ну в общем-то... Нам надо бежать примерно... Вау! Я не знал, что они... у них такая есть атака. В догонку прыгать. На всякий случай оббежим их. Не прыгайте мне в догонку, а-ля щучкой, пожалуйста. Вот наш дракончик прилетел. Давай, сваливай. А, ну ладно, я и так пройти могу. Окей, не это устраивает. Вторжение не удалось. Со мной там бежит армия. Ну, не армия, но... Прилично. Мобов. Кристал Лизард, стоять. Ну, дохни давай. Лэнджинг атак на Кристал Лизарда. И нифига. Обломок титанита. Покатит. Слушайте, настойчивые ублюдки. А, это уже другой настойчивый ублюдок. Persistent motherfuckers, как я говорю обычно на английском. Можем наблюдать лесников или не лесников, а... Дай, чтоб... Тебя, господи, хорош уже на мне эту атаку делать. А, мой бог! Так, куда мне надо, куда мне надо? Мне надо вон туда. Никогда не пробовал этот грипп Элизабет. Самое время его попробовать. И он меня очень медленно хилит. Гораздо проще вот так сделать, ей-богу. Так, пойдем сходим, откроем шорткат. Потому что всегда есть вероятность того, что мы умрем. В битве с Арториасом. С тобой, Джестер, я поболтаю попозже. Не до тебя. Откроем шорткатик. И отправимся на этот низ. Теперь уже колечко можно опять поменять. На Quarantine Ring. Что ты мне хорошего скажешь? Да-да-да. Yes, of course. Что ты нам скажешь? The legendary abyss walker from the old tales. Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. Обхохочешься. Так, косточек у нас и так хватает. Человечности тоже. Да и стрел хватает. Давай-давай, пока-пока. Так. Ну, в общем-то, что нам тут остается делать? Да ничего нам не остается делать, нам остается убить Арториаса. Это точно.
Ну ладно, мы твое клевое интро уже видели. Блин, как ты по нему не попал опять? Ай-яй-яй. Ох, нифига себе. Понятно. О! С ума сойти. А что меня убило-то, блин? Power within, что ли? Так, ладно. Не будем такими самонадеянными. Явно это не работает. А то я почему-то подумал, что New Game Plus, Power within, кристальное оружие магии, все дела. Сейчас его быстренько разнесем. Не тут-то было. Добль 2. Как он по мне попадает, все равно ничего понять не могу. И как по нему не попадаю я, что мне еще больше интересно. Да... С ума сойти. Ой, блин, старые поводки. Да чтоб тебя. Глупо. Очень глупо с моей стороны. Напряжение over 9000. О! Блин. Окей. Ва! Фига себе, какая-то неожиданная у него атака получилась. Да чтоб его. Ой, блин, глупо. Глупо, глупо, глупо.
Глупо. Ой, как глупо. Ну давай. Нифига себе. Похоже, что такое, так его все-таки лучше не бить, потому что я сам открываюсь сразу же под его следующую атаку. Ой, блин. Глупо. Мне нужен его дальний прыжок. Туда получится отхилиться опять. А так пока что проблематично. Ну или это тоже вариант. О! С ума сойти. Везло. Только что сказал, что не буду этим пользоваться, сразу же использовал. Ой, блин. Почти, почти. Приближаемся к нашей цели. Знаете, народ, эта игра идеальное доказательство закона подлости. Как вы уже понимаете, я думаю, я это комментирую после. Так сказать, сами понимаете почему. Но, знаете, я лично до сих пор не могу поверить, что у меня получилось убить Арториаса. Сейчас поймете почему. Этот трай мой, это была моя попытка проверить вообще. Я умер у Арториаса уже раз 20 точно. Это, так сказать, к слову о том, что, как я посчитал, нет, проблем с Арториасом не будет. Я шел проверять, насколько сильно действует магия на Арториаса, потому что у меня просто не получалось его убить. Кучу раз он начинал спамить свои всякие колесовые, вот эти круговые атаки, или я не знаю, как это назвать, когда он через себя вертушки делал и так далее, и все. И в результате припечатал меня просто невозможно. Что я посчитал, что нужно проверить, это проверить эту черную магию, магию Абисса. Как она будет работать на Арториасе. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это была идиотская затея. Здесь я решил проверить, насколько что больно бьет. Магия ударила на 460 с чем-то, а это ударило на 406. Ну и, соответственно, я посчитал, что, ну, то есть, если и пользоваться магией, то придется пользоваться магией Абисса. Оглядываясь назад, я понимаю, что это была идиотская идея, потому что, если вообще логически подумать, Арториас заключил сделку с Абиссом, об этом чуть попозже. Но при этом я собираюсь на существе, которое заключило сделку с Абиссом, использовать магию Абисса. Конечно, была глупая затея. Ну, я это понял уже только в битве с ним. Как видите, я заэквипил Rare Ring of Sacrifice, потому что я был уверен, что я сейчас зайду, возьму души и умру, и с полученными душами апну себе левел, и, может быть, после этого что-то получится сделать. Просто выкинул Power Within, выкинул кристальное оружие магии. Осталось только вот шар тьмы и какое-то там огненное чего-то там.
посчитал, почему, так сказать, не умер сразу. Вот здесь проверил, увидел, что этот шар тьмы бьет всего лишь на 88. В этот момент понял, что я идиот. И начал тестить черное пламя. Как видите, уже особо даже не уворачивался, просто блокировал. Черное пламя било чуть-чуть побольнее, 139. Тоже как бы смысла никакого не было его иметь, потому что одна моя самая обычная атака мечом била на 170. В результате понял, что дела мои плохи, но посчитал, ну почему бы не потратить. Попробовал, заюзал всю свою, все свои черные пламя на нем. Что-то мазал, где-то он меня вдарил хорошенько. Тут, в этой игре, я вот что я хорошо помню, это я играл неосторожно. То есть я посчитал, что я все равно сейчас умру. Какой смысл играть-то? Поэтому я хилился, не ждал, пока он там будет что-нибудь делать, там, когда надо. Делал всякую фигню. Вот тут я посчитал, что это будет достаточно хороший... так сказать, хотя нет, наверное, не тут, чуть попозже, я понял, что раз у меня все-таки есть эта магия, несмотря на то, что она бьет на 88, почему бы ее не поспамить, пока он там стоит и все он мод переходит. Ну, конечно, вот тут я был уверен, что я сейчас умру, но каким-то боком моя стамина все-таки восстанавливалась хотя бы до того уровня, чтобы заблокировать одну его атаку. Получилось отхилиться. Пробовал много всего. Пробовал одевать Хейвелс армор. Пробовал с фатролом его убивать. Ничего не помогало абсолютно. Оружие другое не пробовал, потому что понимал, что это самое лучшее из того, что у меня есть. Просто кошмар. Как бы вот я понял, что черное пламя у меня все. Взял уже давно меч. И понял, что надо продолжать по старинке. Конечно, вообще Арториас мне очень нравится, потому что он требует потрясающей сноровки от тебя. Либо сноровки, либо огромного количества стамины, чтобы все это вытанковать и не уворачиваться от его атак. Хотя на самом деле, оглядываясь назад, я понимаю, что если одеть маску дитя, Клоренти Ринг и... Грасс Крэс Щилд, то, в общем-то, вытанковать можно без проблем. Другой вопрос, что через Grass Crest Shield урон проходит, даже несмотря на то, что он плюс 15. Вот тут я что-то совсем посчитал, что мне жить надоело, и успел его все-таки один раз пырнуть, пока он чаржил. Арториас вообще такая, просто дешевая сучка, ну, как бы... дешевая в том плане, что, как бы это сказать, если по-английски cheap, he's cheap, то есть этот дешевый — это неправильный перевод в данном смысле. Имеется в виду, что Арториас, ну, он читерный персонаж, во всяком случае в New Game Plus. У меня были случаи, когда в этом Сион моде с полным хп он меня убивал буквально одним ударом. Вот этой атакой, кстати говоря. Причем не, он меня не то, что он мне два раза попадал, он мне попадал всего лишь один раз. И он меня убивал. Как так, я не понимаю. Как так могло быть. Но тем не менее... просто жесть, конечно. Как видите, я тоже очень метко целился, чтобы убить хоть кого-то, точнее не убить, а чтобы нанести им хоть какой-то урон. Видите, одна моя атака 137, самая обычная, наносит. Соответственно, пламя наносило, ну сколько там, 140. То есть не имело смысла, что я пламя заюзаю один раз, что я его ударю. Другой вопрос, что у пламени все-таки был радиус. Точнее не радиус, а дальность. Чуть-чуть побольше. Поэтому там, где я мог промахнуться мечом или не достать, я все равно мог достать пламенем. Но переключаться между одним и другим во время боя — это тоже крайне сложно, сами понимаете. И вот тут вот я наконец-то меня осенило, что можно попробовать и поспамить по нему эти шары тьмы. В
Не знаю вообще, что меня дернуло. Кстати говоря, пока, так сказать, продолжаю долбить Артурис, расскажу вам, что я сделал. Я сходил и проапгрейдил свою перчатку пиромантии до плюс 15. Заюзал все свои души, ну не все, но большинство. И убил после этого этого пироманта, который сидел у... у огня начального, у храма огня, точнее. Вот тут я, кстати говоря, смотря на Арториса, я посчитал, что я сейчас умру, потому что обычно, когда он так часто переходил в Сион-мод, у меня такое было ощущение, что он как будто был в двойном Сион-моде. В результате бил просто бешено. Но, тем не менее, как видите, победа была за мной. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые. А также лайкайте и комментируйте, если у вас есть такое желание. Еще раз спасибо за просмотр. С вами был Рик. До скорого.